8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности. В праздник вспоминают святых Петра и Февронию, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. По случаю праздника в Рио губернатор Михаил Дегтярев пригласил на речную прогулку несколько семей. Супругов, которые прожили в браке больше 25 лет, а также многодетные и активные супружеские пары. Репортаж Анастасии Привецкой. Дмитрий и Алина Сымбины в браке 8 лет. Познакомились студентами. Через несколько лет в семье появилась дочь. Сейчас молодую пару объединяет общее увлечение. Алина, как педагог дополнительного образования, пишет социальные проекты, а Дмитрий на эту тему снимает социальные ролики. Общие интересы помогли супругам победить в краевом конкурсе «Семья года 2021» в номинации «Молодая семья». Основа наших отношений все-таки такая классная поддержка. Он говорит, хочешь участвовать? То есть я с тобой. Если, допустим, у семьи, у двух людей есть общее увлечение, интересы, и они в этом развиваются вдвоем, то это, наоборот, только скрепляет их брак. Несколько супружеских пар «День семьи, любви и верности» отметили на теплоходе. В том числе и семья Сымбиных. Во время речной прогулки по Амуру с праздником их поздравил Михаил Дегтярев. В речное путешествие пригласили супругов с солидным семейным стажем, а также многодетных и активных молодых семей вместе с детьми. Здесь огромный вклад вас, родителей, наших дедушек и бабушек, которые так и воспитали нас. В том числе есть вклад и новых дальневосточников. Одна семья – это моя, многодетная, тоже теперь в статистике. Золотой семьей края назвали корейскую супружескую пару. Хван Дэн До и Цо Йен Сун воспитали троих дочерей. У них 5 внуков. Михаил Дегтярев вручил им благодарственное письмо и медаль за любовь и верность. Такую награду получают супруги, прожившие в браке 25 и более лет, и которые стали примером крепкой семьи. Официальная часть праздника на теплоходе завершилась чаепитием. А артисты Хабаровского театра «Кукол» показали детям спектакль. Это очень интересно. То есть мы получили бесценный опыт общения с человеком, который непосредственно занимается организацией вообще всей жизни в Хабаровском крае. Это большое спасибо за это. Медалью за любовь и верность в Хабаровском крае уже отмечены 623 супружеские пары. В этом году награды получат еще 70. Анастасия Привецкая, Сергей Демьяненко, телеканал «Губерния».